Всем привет, друзья, с вами Маракаси, официальные срочные новости. Дело в том, что World of Tanks официально закрывается на территории СНГ. Теперь такой игры не будет существовать на территории СНГ. Это не значит, что старые добрые танчики ушли в прошлое, просто игру переименовали, и теперь официально она называется Мир Танков, опять-таки на территории СНГ, только в Европе это все по-прежнему World of Tanks. У нас же теперь придется скачивать специальный новый лаунчер от Ресты. Через него теперь можно скачать обновление и саму игру. И также нужно будет войти по-новому, ну именно своим же логином, если вы не переносили аккаунт. И дальше дождитесь 13 часов по Москве, и вы сможете спокойно зайти в игру и, соответственно, поиграть. Также некоторые эксперты советуют отключить антивирус в случае, если у вас не скачивается игра и не заходит в World of Tanks, опять-таки после 13 часов.